легенда Спартака, а ныне главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался недавно, что не понимает, как люди могут прожить на 50 тысяч рублей. Вот у нас в провинции люди, кстати, тоже не понимают, как можно прожить на 50 тысяч рублей. Вот на 40 тысяч рублей, как прожить, понимают. Как на 30 тысяч рублей в месяц прожить, конечно, понимают, безусловно, понимают. Как на 20 тысяч рублей прожить, да, могут иметь представление. Да чего ж говорить. И как на 15 тысяч рублей можно прожить, тоже знают некоторые. А вот как на такие деньжища, как 50 тысяч рублей в месяц прожить, люди в провинции даже представления не имеют. Такие дела.